руководители Литвы, Латвии, Польши и, к сожалению, зазвучали голоса из Украины, присоединились к ним, выработав определенную позицию, предложили властям Беларуси некое посредничество. Когда я это услышал, я долго думал, посредничество между кем и кем? Говорят, властям Беларуси предложили, ну, наверное, нам. То есть мы будем выступать как одна из сторон. Про вторую сторону не говорят. Но я так понимаю, недавно же они там создали некий то ли комитет спасения, то ли правительство в изгнании. В общем, создали правительство за рубежом для Беларуси. Слушайте, ну, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не надо никакие зарубежные правительства. Нам не надо никакие посредники. Мне кажется, что не обижая руководство этих республик, я хочу сказать, вы у себя порядок наведите. Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, я подчеркиваю, нам не нужно. И управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали? Сколько таких было правительств? Кстати, сегодня где-то подальше, там в Америке или где? В Америке тоже существует правительство. Вы разберитесь, сколько же этих правительств за рубежом? Беларуси не хватит на это. Предлагают мирным путем передать власть. Кому? Неуседе? Или Науседа, как его там фамилия? Ну так я только что сказал, Науседе надо справиться у себя в республике. Зачем ему еще в Беларуси власть с такими проблемами, как он говорит?